Так, всем привет, с вами снова я, и сегодня у нас вот такая фигурка. Это Жин из аниме Fate Stay Night. Волшебница, заклинательница, умница, красавица. Выглядит она будет вот так, если перевернуть вот так вид спереди, но эта фигурка не новая. То есть я ее брал по уцененке из-за того, что было парочка дефектов. Давайте ее достанем, сейчас я вам все покажу. Купил я ее из-за того, что с производства она снята, и можно купить только вот с рук или как я. Кстати, видите, там все это. Так, это подставочка. Вот это вот и есть дефект, собственно, первый и единственный. Ну, их два, но самый сильный. Она не держится на ноге и падает из-за того, что тяжелая. Уберем подставочку, уберем коробочку и вскроем. Скотч я уже оторвал, поэтому уберем это в сторону. Вот, собственно, сама Рин. Выглядит она... На самом деле, я еще сам не смотрел. Ну да, вот тут косячок. Первый. Показываем. Вот фигурка. Ближе, чтобы был фокус. Ну давай. А так. Вот фокус. Вот Рин. Проработано хорошо. То есть детали волос и прочего сделаны замечательно. И одного бантика нет. Вот такого бантика нету. Еще никак не прыгнул при камере. Вот такого. Мы его будем делать сами. Потом, когда я сделаю, я вам его покажу. Уже готовый прямо на ней. Что у нас есть примечательного? Ну вот, печать. Да, блин, вот так. Вот эта печать. Не хочет там фокус ловить. Ну ладно, в общем, вот здесь вот печать. Здесь вот у нее камень призыва. Дергается все как надо. Юбочка слегка помятая, но все хорошо. Сама фигурка сделана хорошо, то есть здесь придраться не к чему. Стоять она должна вот на этом постаменте. Выглядит это примерно вот так. Но это еще не все. Там есть мечи. Да, давайте посмотрим, что еще есть, потому что я это тоже вижу в первый раз. Есть вот такой меч. Обычный. Положим пока сюда. Есть кортик. Надо убирать весь этот скотч. Он мне больше не понадобится. Кортик. Такой ритуальный ножик получается. Своего рода. Надо придумать, куда их совать. Потому что в постаменте я не вижу дырок, куда бы их можно было пристроить. Также вот такой меч. Орнаментов никаких нет, поэтому тут особо показывать нечего. И вот такой. Угу. Ну, этот с крестом. Ладно. Здесь чуть-чуть поближе можно показать. Вот такой вот. Куда чего пихать, я разберусь попозже и покажу вам уже в готовом виде готовую фигурку с готовыми частями. Так, кстати, смотрите. Тут у нас есть пара запасных рук. Правых. А, то есть в эту руку. В эту. Мы можем засунуть один из мечей и, к примеру, сунуть туда вот этот. Мне кажется, подойдет. Да. А. Значит, мы вынимаем вот эту руку с... печатью. Нифига себе. Фух, вынули. Вставляем вот эту. Ну да, выглядит это будет примерно вот так. И менять можно варианты. Так, а где еще? Вот это вот. А это с камнями для заклинаний.
приклеилась на скотч. Ну, скотч, это, думаю, не проблема, по крайней мере, небольшая. А, это левая рука. Ладно, не будем оставлять ее совсем без рук, пока вернем вот эту. Что ж, готовый вариант я вам предоставлю в ближайшее время. Надо будет придумать, что делать с вот этим хвостиком. И приклеить ей ногу. Если она действительно не держится, то это проблема. Ну, небольшая, поэтому ее решим в скором времени. Не знаю, почему они так с этим всем. Что ж, вот такая вот фигурка. Довольно интересная, большая. То есть сантиметров 25-24 у ней точно есть. Что ж, всем спасибо. Пока-пока.